Здравствуйте, с вами Александр. Короткий репортаж из мастерской теплицы. Вы сейчас с покупателем общался насчет запчастей с вариатора на микро. Фотографировал, видео снимал, друзьям отсылал, думаю. А что бы и не отослать им, как у меня куры поживают. Замечательно поживают у меня куры. Конденсат немножко потрепал и солнце мои растения. Погорели на солнце то, что вылезло. Опять конденсатом похерилось. Уже думал нести домой спасать, но думаю, ладно, пусть как будет, так будет, как есть. Этим даже жарко. Температура у нас сейчас даже с проветриванием 24 градуса. Калиточка гуляет, там ее с улицы колесом подпираю, чтобы сильно не бахло. А здесь открываю воротину. Вовсю цветет калужница. Финиковая пальма, ничего себе, прекрасно чувствует. Солнышко мое не трогает. Цепляки тут просят уже ухода. Надо чистить подстилочку. Подстилочку чистить. Лампочку попозже включу. Водички пора наливать. Параллельно они у меня и ниппельной поилкой пользуются, и банку атакуют. С банки все-таки поудобнее. В общем, растут, в ус не дует, всем хорошо и прекрасно. Да, я сейчас буду попозже все-таки чистить курятник. Золото, золото по грядкам разносить. Так, ну все, благодарю всех за внимание. Желаю всего доброго. Счастья, здоровья! Пока-пока!